Благодаря этому закону нам удалось заметно снизить подростковую преступность, а еще важнее, стало меньше преступлений в отношении детей. По-моему, это убедительный аргумент, что закон нами был принят правильно и своевременно. Напомним, закон Краснодарского края о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, известный как детский закон, вступил в силу 1 августа 2008 года. Он призван кардинально изменить положение с детской безнадзорностью и подростковой преступностью, повысить ответственность родителей за воспитание своих детей. Один из основных пунктов закона – подросткам после 22 часов запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Все эти 6 лет в кубанских городах, станицах, хуторах проходят рейды, которые выявляют его нарушения. Благодаря этому удалось вернуть с улицы сотни тысяч подростков.